Сегодня 13 августа. Хочу показать визуальный эффект сои с различными нормами. Здесь как бы очень важно увидеть это, увидеть эти различия, насколько соя страдает при высокой норме высева и как себя ведет при более низкой. Это тоже, кстати, отражает картину. Конечно, не всегда это соответствует ожиданиям в урожае, но все равно это тоже важно. Также важно. Так, это у нас норма высева 700 тысяч, то есть есть провалы, есть уже пожелтение, нижний ярус листьев уже, можно сказать, сброшен. Такое вот количество бобов завязано, то есть соя так страдает с того, что не хватает питания, влаги. Есть краевой эффект ярко выраженный. Участок в 600 тысяч, можно сказать, типичный, такой же, ну, по бобам, ну, так визуально вроде бы побольше, но думаю, что то же самое. Так, уже вот 500 тысяч, он уже подравнивается к краевому эффекту. Выше посев, особенно серединка. Нижний ярус листьев также пытается желтеть и сброситься, но все равно пока держится. То есть посев выравнивается. 500 тысяч. 400, да, картина такая же практически. Выровненная. Бобов здесь заложено больше. Видно, что растение немного энергии тратило на то, чтобы сформировать вегетативную массу, а больше тратило, может быть, даже на то, чтобы сформировать бобики, то есть на цветение. То есть это тоже, кстати, очень важно, когда у тебя вся энергия расходуется не только на вегетативную массу, но и на сам урожай. Когда растения не тянутся, они более такие компактные, кустиками, и в целом как бы более такие предсказуемые. То есть 400. Так, 400. 700. 600. 500. 400. 300 тысяч. Также вся такая же картинка. То есть нет таких явных провалов. Есть пожелтение листьев снизу. Ну и опять же, бобиков также сформированы немало. Здесь между ряди у нас 12,5, 300 и 200 тысяч. 200 тысяч, конечно, посев выглядит изреженным, но в то же время как бы держится. Здесь видно, что здесь именно все кустами, то есть сформированы боковые побеги. Есть вот такие вот провалы, может быть, даже... Ну, если говорить о квадратуре, то я думаю, что здесь, наверное, 50 квадратных сантиметров, наверное, есть все же. Вот такие вот провальчики, они здесь присутствуют, потому что равномерность на 12,5 сантиметрах очень сложно. Эта сеялка не точно высела, сеялка была зерновая. То есть вот так вот выглядит соя в 200 тысяч. Она, конечно, чуть пониже. И кустики тоже, ветви, они тоже сформированы ближе к земле. Так что вот такой вот визуальный эффект есть. То есть, если визуально придираться, то неплохо выглядит соя в 300, в 300, в 400, 500 тысяч. Вот так вот. Ну и в 200, конечно. В 200. Но... Там уже свои нюансы есть с этой нормой, я имею в виду 12, то есть с этой нормой и с этим способом посева. Так что вот так вот, такой визуальный эффект на сое с междурядьем 12,5 с различными, на различных нормах.